Башкортостан – один из ведущих аграрных регионов страны. Здесь работают грамотные специалисты сельского хозяйства и используют современные технологии и технику. Передовые наработки ведущих мировых производителей сельхозмашин представлены на ежегодной выставке «Агрокомплекс», которая проходит на базе ВДНХ «Экспо» в Уфе. Форум проходит в этом году в 30-й раз и ежегодно привлекает крупнейших игроков рынка. Среди них группа компаний Matrix Universal, которая представляет оборудование для агробизнеса. Группа компаний Matrix входит в три наших организации, три направления. Первый – это Matrix Universal, поставщик современных машин для сельского хозяйства. В нашей линейке имеются все виды сельскохозяйственных машин, начиная от обработки почвы, посева, кормозаготовки, заканчивая уборочными машинами. Второе направление у нас – это агрономическое направление. Там наши агрономы занимаются поставкой средств защиты растений. Третье направление – это молочное направление по смарт-проект. Там мы занимаемся монтажом дайльных залов системы управления «Афимилк» израильского производства. Matrix Universal не просто участвует во всех выставках, форумах и конференциях, проводимых в Башкортостане. На каждом из них компания старается представить технику, которая поможет аграриям сделать их бизнес более рентабельным. Если говорить о посевной технике, то она должна давать возможность улучшить качество посева. Если об уборочной, то снизить потери. На стенде компании в этом году как новинки, так и бестселлеры, проверенные временем машины, доказавшие свою эффективность. Сегодня у нас представлен наш бестселлер. Это «Золотая рука сельского хозяйства» GCB-531-70. На сегодняшний день эта модель пользуется большим спросом, потому что в хозяйстве работа начинается именно с этой машины. Его распределяют как на корма, на раздачу, на уборку. Также она участвует в гараже. Вот сейчас у нас начинается посевной сезон. Обязательно он будет участвовать на посеве, потому что погрузка семян тоже уже привязана к этой машине. В Matrix Universal представляет только технику известных мировых брендов, среди которых Fendt, Valtra, Horsch и другие. К примеру, SEOCA-серия Horsch Maestro, также представленная на выставке в Уфе, хорошо зарекомендовала себя в нашей стране. Она дает практически идеальную точность дозировки и укладки семян. Среди ее особенностей – инновационная система дозировки, компактный пневматический дозатор и система контроля укладки семян. Сегодня у нас еще представлен от компании Horsch. Это пропашная сеялка Horsch Maestro 1670SV. 16 – это количество рядков, 70 – это расстояние между рядками, а SV – это означает, что у него большой бункер. Значит, его тоже можно назвать как бестселлером, потому что пользуется спросом за счет того, что сеялка делает очень большую выработку. Например, 16-рядковая сеялка выполняет за 2 смены 250 гектаров. Также есть сеялка 24 рядка, да, которая тоже с междурядьем 70, которая выполняет 300 гектаров за смену, за 2 смены. Matrix Universal – компания, которая не только продает современную эффективную сельскохозяйственную технику, но и имеет серьезную базу для ее качественного обслуживания. Запасные части к большинству наименований техники зачастую имеются в наличии. Особое место на стенде Matrix на выставке «Агрокомплекс» отведено новинкам этого года. Одна из них – трактор «Massey Ferguson». Это воплощение современного подхода к постройке сельхозмашин. Среди его преимуществ – высокая производительность и довольно богатое базовое оснащение. А сегодня на выставке мы представили две новинки. Это трактор классической компоновки «Massey Ferguson 8737S». Это обновленная серия, которая включает в себя обновленные двигатели с системой тактичности Tier 3, с обновленной системой управления мощностью трактором. Позволяет выполнять практически все операции, как в поле, так и транспортные. Трактор оснащен пневмоторможом для прицепа и навигации уже в базовой комплектации. Одно из конкурентных преимуществ компании Matrix Universal – наличие разнообразных финансовых программ, которые позволяют приобретать технику и комплектующие на выгодных условиях. Конкурентные цены действуют и на еще одну новинку агрокомплекса – опрыскиватель «Massey Ferguson».
Машина подходит для всех типов местности, поскольку сочетает гибкую систему шасси, независимые оси, пневматическую подвеску и гидростатический привод. Самое главное преимущество этой машины – это система контроля положения штанги, которая включает в себя ультразвуковые датчики, гидроаккумуляторы, очень много механических устройств и позволяет добиться стабильного положения штанги при абсолютно любом рельефе и рабочей скорости до 36 км в час. Машина обеспечивает норму расхода от 50 до 400 литров на гектар препарата. Может использоваться со всеми современными средствами защиты растений. Компания Matrix Universal и Smart Project имеют богатый опыт работы с кормоуборочной техникой. Ее также представили в рамках выставки «Агрокомплекс». Гвоздь программы – кормоуборочный комбайн Krone Big X, один из самых мощных и производительных в мире на сегодняшний день. Однако не только мощность мотора является преимуществом комбайна, но и высокое качество измельчения, которое обеспечивает уникальная конструкция. Жатка универсальная под кукурузу. Значит, чем отличается от своих конкурентов? Тем, что не имеет барабанов, есть цепной транспортер, который подает кукурузу прямо перпендикулярно в приемную камеру. Имеется система автопилота, который ведет комбайн по рядкам. Тем самым оператор уделяет больше внимания на качественную загрузку. Также жатка имеет систему автоскан, которая определяет спелость кукурузы. Если кукуруза немножко, если кукуруза зеленая, он ее будет резать больше, если она немножко подсохла, будет меньше резать, чтобы была трамбовка получше. Smart Project – это больше, чем компания-продавец сельскохозяйственной техники и оборудования ведущих мировых производителей. В каталоге весь спектр оборудования для молочно-товарных ферм. Это доильные установки разных типов, а также молокопроводы и охладители. Кроме того, Smart Project совместно с аграриями ряда районов работает над строительством животноводческих объектов под ключ в максимально короткие сроки. Smart Project совместно с юридическим РТП реализует проекты по изведению молочно-товарных ферм под ключ за 3 месяца. При этом Smart Project берет на себя обязательства по обучению персонала, особенности методом ведения животноводства по новым технологиям, а именно израильской системе Афимилк. Уникальность которой заключается в следующем. Это точное время семенения, определение состояния животного, это китоз, ацидоз, и определение субклинического мастита. И много еще что другого. Рассказ о стенде группы компании Matrix Universal на выставке «Агрокомплекс 2020» был бы неполным без предприятия «Урожай Агроинвест». Это известный в республике и за ее пределами официальный дистрибьютор мировых производителей средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур – Сингента, Байер и других. Миссия компании – помощь в развитии сельхозпредприятия-партнера и развиваться вместе с ним. В основе совместной работы – партнерские отношения и построение долговременных связей. При решении сложных многоплановых задач важно руководствоваться не только теоретическими знаниями, но и практическим опытом, приобретенным за годы существования компании. Доказано, что наибольший положительный эффект дает программа полного цикла, когда специалисты «Урожай Агроинвеста» сопровождают хозяйство во время всего полевого сезона – от подготовки к посеву и выбора семян сельхозкультур до их уборки и хранения. За свою 30-летнюю историю выставка «Агрокомплекс» приобрела известность и заняла достойное место среди агропромышленных проектов России.